Кольцовском биотехнопарке сегодня науку пригласили на свидание с бизнесом. В городе начала работу площадка открытых коммуникаций OpenBio. 5 лет проект помогает ученым извлекать выгоду из своих же разработок. С десяток квадратных метров достаточно для инноваций. На этом мини-производстве внедрили макси-идею, за которые десятилетия научных исследований. Уникальную присыпку выпускает один из резидентов Кольцовского биотехнопарка. Особенность наших присыпок в том, что мы для их производства используем безопасный сорбент, который позволяет нам создать средство от двойного действия. То есть наш сорбент, он при попадании на кожу начинает на себя все хватать, какие-то токсины, бактерии, вирусы. Вредное ликвидирует, полезное внедряет. В присыпке для заживления ран серебро и литий, в детской экстракты ромашки и череды. Препарат с цинком борется с угрями. Технологию разработали новосибирские ученые. Экспериментальное производство запустили. Чтобы расшириться, ищут крупных партнеров и, скорее всего, найдут на OpenBio. Сверхзадача OpenBio – свести друг с другом новые разработки и потенциальных инвесторов. То, что сегодня здесь происходит, условно называют первым свиданием бизнеса и науки. Если оно пройдет хорошо, то впереди длительные серьезные отношения. Площадку с конференциями, форумами и круглыми столами в Наукограде проводят уже 5-й год. В этот раз ждут около 1000 участников, 200 экспертов, предприниматели и исследователи из Китая, Испании, Франции, Соединенных Штатов и Японии. Мы привезли несколько иностранных делегаций, плюс крупные российские компании, которые заинтересованы во взаимодействии с проектами. И уже назначены им переговоры. Каждой компании выделяется 15 минут. Они за круглым столиком садятся парами, разговаривают, а затем меняются. И вот на таком интенсивном режиме у нас они будут проходить в течение где-то полдня. Успешные стартапы кураторы OpenBio опекают и направляют в течение года. Как правило, ярким стартом дело не заканчивается. Например, один из проектов выпускников площадки спустя год стал ее спонсором. Ольга Турных, Андрей Куропаткин, Вести, Новосибирск.